Уважаемые слушатели и зрители, с вами Вячеслав Котляров, Харьков, 5 часов 50 минут, 15.07, 17 год. Данный ролик создавал не я, но в кадре, как вы услышите, голос мой. Николаю огромное спасибо за проделанную работу. Как я всегда подсказываю, изучайте эфиры на Котлярова FM и создавайте свои ролики. Сотни, а уже, наверное, тысячи часов предоставленной информации, знаний, данных. Монтируйте, создавайте. Наше есть хорошо. Помните, в ролике про глобус Украины я рассказывал, как клятый Кремль золото Украины вывез. То еще было до распаду Радянского Союза. Посередине страны Украина росло золотое дерево, джамба-двіпи. А клятый Кремль что сделал? Приехал, сделал это гарне дерево. И построили они себе этот Кремль из украинского золотого дуба, вот этого, который 200 километров в обхвате, 400 километров вверх. Вы вот пойдите на Красную площадь, да возьмите кирку, да пошкребите эти кирпичи. Вы думаете, там кирпичи? Это украинское золото, которое украли клятые кремлевцы. Украина золотая, потому что был там дуб. И цепь тоже свезли, по которой кот ученый ходил. Все свезли. Мы разберем этот Кремль по кирпичику, вернем на родину. И заново из кирпичей посеем эти кирпичи на Украине золотые. Прорастут золотые колоски. Белоруссия родная, Украина золотая, ваше счастье молодое. Да, был кот. Он сейчас пока в этом. Он жив-здоров. В соседней ячейке дуб. Присматривает. Наша есть хорошо, друзья мои дорогие.